Правительство сегодня дополнительно выделит регионам почти 1,5 миллиарда рублей на выплаты родителям, у которых родился третий или последующий ребенок. Такие семьи будут получать эти средства, пока детям не исполнится 3 года. Размер пособия зависит от конкретного субъекта Российской Федерации. Он равен региональному прожиточному минимуму на ребенка. Всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 миллиардов рублей. Их получат родители более 500 000 детей. Правительство будет и дальше помогать таким семьям.